Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха: нам какую машину надо? А? Какую машину нам надо? Так вот я скажу, что лучше всего у нас ходят корейские автомобили. Ну а как они хорошо ходят, корейские автомобили? Так вот, для того, чтобы проверить, мы приехали сюда, в Автовосток. Для того, чтобы вам показать, как они ходят. Дело в том, что 10 тысяч экземпляров запасных частей это в наличии, а есть еще и на заказ. То есть Автовосток решает все ваши проблемы с корейскими автомобилями. Еще одна тема и еще один разговор. Улица Галиуллина, 1А. Ну не стал бы я объяснять, что здесь и на корейцев есть все, но надо. Да потому что надо для всех. Для всех тех, кто ездит теперь уже на лучшем. Да потому что большего нам и не надо. С нашими налогами как не купить себе корейца. Небольшой, но тяговитый движок, и их ведь много. К сожалению, настолько много, что теперь уже бывший АвтоВАЗ никак с ними не справляется. Теперь про то, что ломается. Поверьте, ломается все. И кукурузер 200, и Митсубиши. И нету таких машин, которые бы не ломались. Но зная о том, что в Автовостоке есть все, корейца брать-то веселее. Такое случается, что иногда приходится самому рассказывать о том, что есть в магазине. Итак, начнем с фильтров. Фильтра есть буквально на все японские, в смысле корейские автомобили. А то видите, как все получается. Когда говорим про корейские автомобили, все-таки меня куда-то тянет. Вот, пожалуйста, раз, два, три, четыре, пять. Все в наличии, все естественно для вашего собственного удовольствия. Что касается далее. Далее есть вот такое местечко, красивенькое местечко, в котором в большом количестве представлены те вещи, без которых двигатель не будет работать. Клапана, поршня и различные вещи, без которых бесполезно что-то. То есть здесь есть все для всех автомобилей. Вот. А если не, здесь нету, то есть другое место, где в большом количестве там все в наличии. Да, и вот особенно мне понравилось вот это местечко. Вот это колодки. Дело в том, что мои большие американские автомобили вот внезапно прекратили свое существование. То есть колодки там навернулись. Я точно знаю, где в этом году и в этом месте, и вообще в городе Магнитогорске я смогу себе взять все в наличии. Это Автовосток. Пришел, показал, заказал и все. И дальше поехал на своем замечательном автомобиле. Газовые амортизаторы. Без них трогаться не получится никак. Потому как еще можно по-другому ехать, если у вас пробит стойка? Никак не получится. Вот. Без опоры тоже не получится ехать. Здесь в наличии все. Вот причем, вот они, пожалуйста, для маленьких автомобилей, для больших, для средних. А как еще по-другому? Когда все заточено для вашего удовольствия. А вот и приятная особенность. Это машинка для доставки. Ну вы поняли, да? Все те запчасти, что есть, они-то есть. Но в некоторых случаях то, что рядом, привезут. И это как ранее. Вот только ранее такого-то не было. А здесь есть. И вы вправе выбрать точку рядом с домом и не париться. Далеко не всегда то, что может подождать полчаса-час, не выкатит вам мозги. Просто привезут. Так что париться и не надо. И в некоторых довольно забавных мероприятиях при наличии волшебного шабузи даже к месту, не дай бог-то, аварии доставят. Но будем надеяться на лучшее. Очень много вообще-то у человека проблем возникает, когда он покупает себе автомобиль. Я честно вам скажу, что когда-то я брал себе, ну, своеобразный автомобильчик. Хлопнул его и понял, что не все то золото, что блестит. Потому как запчасти на него стоили достаточно дорого. Надо было чуть попроще брать. Брать простого корейца и катать его легко и просто. Потому что катать его вместе с Автовостоком, это совершенно не оставляет никаких проблем для вашего кошелька. То есть все в наличии сегодня и сейчас. Единственный вопрос, какую машинку брать? Я думаю, что все-таки корейца брать вам
стоит, потому что в наличии есть все.